А водичка-то холодная. Не надо. Красиво. Смотрите, какое дерево. Прям настоящие джунгли. И вот сам водопад. Не прыгать? Могу ебануть. Ну что, Дима, какие ощущения? Адреналин. Надо я сниму здесь, пожалуйста. Ты меня перекинешь потом, если... Да, а я поснимал. А? Ты хочешь водопад? Я поснимал. Я хочу подплыть к ней, прям вот. Бери. Она уже снимает. Конечно, немножечко переживаю. Что у меня есть? А что у меня есть, блядь? А что у меня есть? А? Ты хочешь взять? Ну бери. Ну бери. Ну тогда она чудная. Блядь. Оп. Оп. Молодец. Подожди, если я фотку делаю. Привет. Привет. Как дела? Как тебя зовут, хотя бы скажи. Как тебя зовут? Скажи. А? Ну чё ты, блядь, у тебя пальцы такие маленькие. Чё ты боишься? Ну что, после обеда надо кокосить, да? Раздобыть. Это, конечно, не такое легкое дело. Ну, поработал. Надо и кокос. Поел, поработай, да. Поел, поработай, да. Ради еды. Ради того, чтобы еще поесть. Передохни. Давайте, чуть-чуть осталось. О, ты все, и подтягивайся. Только смотри, не оторви там это. Во.
А? Давай, давай, давай. Да, давай. Погоди. Вот и все. Красавчик. Вот и кокос. В общем, там китерь попал. Я добыл. Добыл кокос. Блин, здоровый, реально. Да. Как его расхерять. Ну покупать не надо. Вроде, вроде, блин, невысоко. Охренел по полной. Вот они. Потрясающе красиво. Шикарный вид. Как он? Таец бьет, немец бьет. Вы можете так встать, чтобы солнце на плавку светило? Вот так, да. И тут паровоз из Ромашково отбывает в 11 часов 35 минут по московскому времени. Не завидуй. Мне кажется, у Лехи лучше ноги прокачаны, галифешки, чем у тебя, да? Сейчас похмелье. Ha ha ha!
Ha 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 ha!